Ребят, рекомендую сайт Games Gallery, на котором вы можете поиграть бесплатно в крутые игры. Играйте в клиентские игры с отличной графикой, браузерные игры, которые не нужно скачивать, или же играйте на своем смартфоне. На сайте нет рекламы, легко разобраться. Ссылки в описании под видео, заходите. Привет! Сегодня я расскажу вам о необычном мальчике. Его зовут Рен Кию по прозвищу Сяо Юй. Сейчас учится в 6 классе обычной школы в городе Лэшань, Китай, провинции Сычуань. Мальчик собирается претендовать на звание самого высокого ребенка в мире. Для этого ему необходимо подрасти еще совсем немножко. В свои 11 лет Сяо Юй уже на 2 дюйма выше, чем средний игрок НБА. Он на 1 дюйм выше, чем топ-звезда NBA 33-летний Леброн Джеймс, рост которого равен 2 метра 3 сантиметра. Сейчас мальчика в шутку называют маленьким Яо Мином. Яо Мин – это популярный баскетболист из Китая, рост которого равен 2 метра 29 сантиметров. «Высокий рост имеет свои преимущества», – рассказывает мальчик. «Я легко могу вымыть всю доску, а также могу помочь своим одноклассникам доставать объекты, расположенные выше их роста. Я даже попросил, чтобы мне разрешили мыть окна в коридоре и протирать камеры видеонаблюдения». Негативные же последствия высокого роста для него заключаются в низких дверных проемах и множестве зевак, которые показывают на Рен Кью пальцами. До марта 2018 года самым высоким ребенком в мире являлся Кевин Брэдфорд из США, чей рост в 2015 году в 14 лет составлял 2 метра 15 сантиметров. А в марте 2018 года рекордсменом стал 15-летний Брэндон Маршалл из Великобритании, чей рост составил 2 метра 20 сантиметров. Вот такой вот малыш в Китае уродился и растет как на дрожжах. Пишите ваши мысли, комментарии под видео. А на сегодня у меня все.